Почти по Дэну Брауну. Церковь, громкие обвинения, коррупция, давление. Итальянская полиция задержала священника, обвинив его в преступном сговоре. Что еще вменяют духовному лицу? В сюжете нашего европейского корреспондента Софии Гордиенко. Чин камилеанцев, названный так по имени святого Камила, имеет многовековую историю. Братьев и сестер можно узнать по красному большому кресту на одежде. Они помогают больным и немощным по всему миру, заведуют институтами и медицинскими учреждениями. Наш орден – это творение Бога и инструмент, благодаря которому Бог появляется в мире и несет здоровье людям. А это Падре Сальваторе, доктор теологии и морали, предстоятель ордена. В мае он баллотировался на второй срок. Но кандидатуру Сальваторе не поддержали даже половина монахов. Эту Божью волю святой отец подкорректировал. Подал заявление в полицию, обвинив двух прелатов в коррупции. Их задержали, отобрали мобильные. В результате братья, проведя день в полицейском участке, не смогли, как собирались, отдать свои голоса против. Неладное заподозрили сами полицейские. Они провели расследование, и на днях финансовая гвардия задержала и самого отца, и еще пятерых его помощников. Причем организатором шайки оказался бухгалтер и финансовый директор камилеанцев. Также следователи подозревают, что место представителя ордена Сальваторе хотел занять в корыстных целях. В этой должности он контролировал бы различные дорогостоящие контракты, в частности, на строительство больницы неподалеку от Неаполя. В ходе обысков обнаружены десятки тысяч евро и роскошные наручные часы. Теперь ожидают реакцию папы Франциска. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер».